Пущей награды Путина Медведев. Двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. Владимир Владимирович. Путина Медведев. Сам будет не рекомендован. В каждом уголке. Пущей награды Путина Медведев. Двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. Владимир Владимирович. Путина Медведев. Сам будет не Вы победили! Ура! Уважаемый господин президент России, два президентских срока Путина, Путин, Медведев, ну как, герой нашей родины. Путин! 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 Высшей награды Путина Медведев, двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. Владимир Владимирович. Путина Медведев. Это Россия. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Это был тест на политическую зрелость, на самостоятельность, на независимость. Мы показали, что нам действительно никто ничего не может навязать. Никто и ничего. Мы показали, что наши люди действительно в состоянии легко отличить желание к новизне, к обновлению от политических провокаций, которые ставят перед собой только одну цель – развалить российскую государственность и узурпировать власть. Российский народ сегодня показал, что такие варианты, сценарии на нашей земле не пройдут. Они не пройдут! Ура! Победа Путина! Мы победили сегодня, и благодаря подавляющей поддержке, подавляющего большинства нашей чистую победу. Ура! Победа Путина! Мы добьемся успехов. И мы призываем всех объединиться вокруг интересов нашего народа и нашей Родины. Я обещал вам, что мы Путину победили. Путину 2 президентских срок! Ура! Победили! Высшей награды Путина Медведева, двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. Владимир Владимирович. Путина Медведева, самому же не победа! Путин! Наш президент! Путин наш президент! Путин наш президент! Россия! 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 Наша Россия! Наш президент! У вас наша сила, право и честь! Два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу! Два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу! Ура! Победа! Наша Россия! Наш президент! Два наша сила, право и честь! Единая Россия, единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимировича им на пост председателя правительства и партии Единая Россия, Медведева Дмитрия Анатольевича. Все россияне, дружно и единогласно голосуем за. И мы, Нестеры Медведские, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Елена Владимировна, Дмитрий Петровна, Виктория Петрович, Владимировна, Стелла Владимировна, Татьяна Ольга, Геннадий, Марина. Мы с партией Единая Россия, со всеми россиянами, дружно и единогласно голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост 2012-2018-2024 года.
единая Россия, Медведева Дмитрия Анатольевича, ура! Из партии Россия, со всеми россиянами, дружно и единогласно голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года. Дали самые ясные четкие ответы. Наша ура! Россия, победа велика! Ваша сила, наша права, Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна. Все на два президентских срока 2012-2018 года. И на Путина Владимира Владимировича, и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» и Леднева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии, мира, фестивали славы и честь России, всех фестивалей, Олимпиады, все Олимпиады, госпремии, госпремии, всех фестивалей, всех фестивалей по всем номинациям. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Александр, Мария Владимировна, Путин, Светлана Владимировна, Елена Ильича Медведева, партия «Единая Россия», «Народный фронт». Партия «Единая Народный фронт». Тем не менее, суды оставались при той позиции, которую мы знаем с вами. Я никак не мог влиять. Я хочу, чтобы вы все услышали. Я не влиял на деятельность правоохранительных судебных органов. Вообще никак. Я вообще не лез в эту сферу. Я занимался своей конкретной работой. Прекрасно! Тем не менее, наши суды остались при том мнении, которое нам хорошо известно. Значит, были приняты определенные поправки в действующий закон. Они, видимо, и дали основание суду принять те решения, о которых вы сказали. Вот и все. Это... Все соответствует действующему российскому законодательству и практике. Прекрасно! Российское прекрасно. Законодательство лучшее в мире! Вот есть о том, что вор должен сидеть в тюрьме, но а кто против? А что, он должен гулять по улице? Вот посадили под домашний арест, так либеральные наши деятели недовольны, они говорят, в тюрьму надо. Так я, вы определитесь, кого в тюрьму, кого не в тюрьму. И у вас выборочный какой-то подход к этому вопросу. Значит, что касается самого Михаила Борисовича, то здесь нет никакого персонального преследования. Вы понимаете, я очень помню хорошо, как развивался этот процесс. Нет ничего такого. Все пытаются представить как какое-то политическое дело. А что, Михаил Борисович занимался политикой, что ли? Он что, был депутатом, возглавлял какую-то партию? Да ничего этого не было и в помине. Там правильно! Чисто правильно, поддерживаю. Экономическом преступлении. Поддерживаем! Экономическом деянии. Но суд принял такое решение. А посмотрите, что в тех же штатах делается. Там и 99 лет дают за экономические преступления, и 100. Вот замечательный пример. Это руководитель одного из фондов. Ну чем все закончилось? Трагедией там. У него члены семьи покончили жизнь самоубийством и так далее. Ну, это мировая практика. Да, можно говорить, нам все время говорят о избирательности закона. Но вы что думаете, что в Штатах он единственный человек, который нарушает? Тоже, наверное, единственный. Просто вот до него добра есть, до других нет. Но то же самое у нас. И не надо политизировать этих вопросов. Правильно, правильно! Поддерживаем! Поддерживаем! Ура! Победа! Самое лучшее выступление в мире! Владимир Ильич Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев! Все будет нормально, Михаил Борисович выйдет на свободу, дай Бог ему здоровья. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда! Россия, ты всесильна во всем, везде, всегда! На небосклоне много красивых, ярких звезд! Мы гимн поем двум президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года и на пост председателя правительства и партии России Медведева Дмитрия Анатольевича. Единая Россия, единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира,
всех фестивалей, всех фестивалей, всех фестивалей. Вам, главным звездам, вам, главным героям России, всей планеты. Кино, искусство, литература, любви, музыки. Звездам мировой литературы, кинематографа. Владимир Путин, Владимирович Медведев, Александрович, Мария Владимировна, Екатерина Путина, Светлана Владимировна, Медведев, партия «Единый Россия. Народный фронт», Колокольцев, Новым годом, Колокольцев, Баранову, Якунину, Бортникову, Шойгу, Бастрыкину, Коновалову, Чайка, Воронцову, Иванову, «Наша Россия», Скрынник. Ряд экспертов говорил, не надо повышать страховые взносы. Потом их все-таки повысили. И экономика как бы втянулась в эту систему отсчета. Потом возник вопрос, надо бы понизить, потому что малому и среднему бизнесу тяжеловато. И те, кто выступал против повышения, сказали, уже ничего не трогайте. Не надо трогать, экономика привыкла к этому, и бизнес справляется. Но тем не менее мы понизили. Дальнейшего снижения не предусмотрено, во всяком случае мы пока не рассматриваем, хотя мы будем стремиться к снижению общей налоговой нагрузки в стране. Прекрасно! Но... прекрасно! Поддерживаем! Поддерживаем! Но ведь это связано наша с... Россия, наша идея, вас отшил право идея. ...наших социальных обязательств. И наша налоговая нагрузка в целом, усредненная, она не больше, а может быть даже меньше, чем в развитых экономиках. Поэтому... мне кажется, на сегодняшний день самое главное для нас обеспечить стабильность налоговой системы. Правильно! Правильно, поддерживаем! Прекрасно! Наша Россия! Наша идея! Наша Россия! Наш президент! Вас от силы, право и честь! Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас. Молодежный телеканал «Адвокат». Владимир Владимирович, в нашей стране существует много различного рода молодежных организаций. Часть из них привязана к каким-либо партиям, движениям и так далее. Часть политизирована. Как вы считаете, может быть, есть смысл создать некую общероссийскую молодежную организацию, не знаю, под эгидой Народного фронта или нет, здесь опять будет политика, да? Которая вобрала бы в себе все лучшее то, что раньше было в комсомоле и занималась школьниками, подростками, потому что, ну, не секрет, это дополнительным образованием и так далее. Это первый, и если можно, в продолжение вопроса. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляем вас с президентскими сроками Путина, Владимира Владимировича, 2019-2024 года, и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, самый лучший перед выступлениями, тендем Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, выступление перед тележурналистами, на телевидении, прямой разговор, федеральное собрание, новогоднее обращение президента России Владимировича Путина, председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, самый лучший перед тендем Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, единогласно за высшие награды Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Кириллу Анатольевичу, Светлане Владимировне, Ледовичу Медведеву, Патриарху Кириллу, Собянину, Нарышкину, Варнову, Твиенкову, Колокольцеву, Баранову, Якунину, Шойгу, Бортникову, Бастрыкину, Коновалову, Ливанову, Мединскому, Скворцову, Победа на века! Даже сам не успеваю наговаривать на диктофон, сил нет уже в конце дня, не до этого. Вы знаете, ведь я говорил о наболевшем, о патриотическом воспитании. Конечно, можно сколько угодно и зубоскалить, и ехидничать на этом. Но зубоскалить и ехидничать могут те люди, которые не связывают свою судьбу и судьбу своих детей с этой страной. Вот ваша коллега слева от вас только что говорила про моих учителей. Вы много говорили о пенсионерах. Ну как без уважения относиться к нашим родителям? Правильно. Уважаем. Без уважения относиться восхищаемся. К людям, которые строили нашу страну тысячу лет. Прекрасно. Если мы не будем об этом думать, не будем думать о том, чему нас учили учителя по истории в школе, у нас будущего не будет. Российские учителя лучшие в мире. Без политического воспитания, причем с детского возраста, нам не решить кардинальных системных вопросов, стоящих перед нашей страной. Ведь у вас у всех дети... или будут дети, кто совсем еще молод. Российское образование лучшее в мире. Российское патриотическое воспитание, патриотизм ведь России лучше в мире. В других странах решаются вопросы, связанные с патриотическим воспитанием. Ведь в некоторых странах, вы знаете это, в каждой школе флаг государственный поднимают перед началом учебы. Почти в каждом доме есть государственный флаг.
Но это не случайно. Это не мелочь. Не нужно заниматься начетничеством. Не нужно формализовать всю эту работу. Нужно относиться к этому творчески. Но я хочу обратиться к вам. Услышьте меня, пожалуйста. От вас очень много зависит. На вас, на ваших плечах огромная ответственность за страну. И это дело совершенно не в политике. Каждый из вас, из ваших коллег может иметь какую угодно позицию и как угодно относиться к действующей власти. Мы вас поддерживаем, Владимир Путин! Народ России вас поддерживает! Владимир Путин, Путина, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», народа Путина, Владимир Владимирович! Основополагающие принципы существования самого государства. И один из этих принципов – уважение к своей истории и воспитание патриотизма. Правильно! Правильно, поддерживаем! Можно ли история России лучше в мире! В наших условиях. Не трудно сказать. Мне кажется, что это очень сложно сделать. Наша Россия, наш президент, вас отосила правая честь. Наш президент, вас отосила правая честь. Чтобы такие организации, если с вами полностью согласен, должны быть максимально деполитизированы. Правильно, поддерживаем! Правильно! Поддерживаем! Поддержать ассоциацию спортивных студенческих организаций. Вот если по этому пути мы пойдем, то, может быть, и у нас будет... Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока, Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Самое лучшее выступление, самая лучшая программа, на телевидении программа, новогоднее обращение, выступление перед журналистами Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, партии «Единая Россия» Народный фронт. Ура! Победа на века! Наша Россия, наш президент! Вас наша сила, право и честь! Ура! Победа за Украину! Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Путине, Светлане Владимировне, Лебедевичу Медведеву, партии «Единая Россия» Народный фронт. С Новым годом, с новым счастьем, с Рождеством Христовым! Ура! Победа на века! Благословения Божьего вам желаем! Господь Иисус Христос и Божья Матерь, благодать! Вам желаем! С великой святой России Путина Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия» Народный фронт! Ура! Для доставки товаров из европейской части и вообще из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион гораздо более экономически выгодным, чем движение через Суэцкий канал. И он, безусловно, будет осваиваться. Так же, как будет продолжаться работа по на экологической очистке северов, будет продолжаться работа в связи с возрождением Северного морского пути по созданию пунктов обеспечения безопасности. Прекрасно! Прекрасно! Поддерживаем! Поздравляем! Россия вперед! Россия вперед! Точки, как Тикси будет возрождаться. Сегодня там ситуация неприемлемая. И решение Министерства обороны закрыть там аэропорт очень спорное. Но я уверен, что и эти решения тоже будут поправлены. Во всяком случае, нужно возрождать и Тикси, и другие населенные пункты подобного рода. Я неоднократно, кстати говоря, обращал внимание руководства республики на необходимость уделить больше внимания развитию Тикси. Там прекрасно! Очень прекрасно! Видел, что там такое. Поддерживаем! Не уверен, что все это сделано должным образом. Нужны коллективные усилия, общие усилия и федерального центра, и республиканских властей. Прекрасно! Прекрасно! Поддерживаем! Самое лучшее выступление Владимира Владимировича Путина! Владимировича Путина! Дмитрия Анатольевича Медведева! Ура! Ура! Победа на века! Это все говорит о наших серьезных намерениях, самым серьезных намерениях развивать эту важнейшую артерию. Прекрасно! Сюда ура! Победа на века!
Единая Россия. За два президентских срока. Единая Россия. За два президентских срока. Путина Владимира Владимировича. 2012-2017. 2014 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Самый лучший в мире тандем. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, единогласно, да. Партия «Единый народный фронт», да. Успех, триумф, победа на века. Победа. Слава на века. Наша Россия, наш президент, вас даже сила, право и честь. Вся сила, вся великая страна, победа, посвящаем наши песни. Самый лучший президент. Самый лучший в мире президент. На века. Навеки, навсегда. Герои славной армии. Герои славной армии, отечества сыны. Гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, и высший смысл жизни навеки нам дана. Тем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни. Служить отчизне дорогой будем все мы вместе. На страже Родины стоите вы надежно. И президенту президентским сроком Путина Владимира Ильича 2012-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича, «Россия народный фронт», вы всегда верны, всегда во всем вам доверяться можно. Вы лучшие смелые защитники страны, всего мира. Всего мира. Нужно сделать, чтобы разбюрократить ситуацию. А, ну, понятно, чем это вызвано. Вызвано борьбой с браконьерством. К сожалению, в дельте Волги браконьерство полностью не изжито. Но создавать невозможные условия для работы легально работающих рыбаков, конечно, нельзя. Я помню очень хорошо, расскажу вам сейчас замечательную историю, когда я туда приехал несколько лет назад. И... Ну, пресса так как бы не прознала. И мы с утра поехали по этим плавням там, на катере. Прекрасно. Стоит такая лодка, прекрасно. И там, по-моему, 4 рыбака ловят рыбу. Я к ним подъехал, так приподнялся. Один из рыбаков, мужик, повернулся на меня, посмотрел и начал креститься. Я говорю, чего крестишься? Он, когда понял, что это я, он говорит, да мы вчера немножко махнули, но привиделось. Но люди там очень достойные, очень работящие, и нужно не мешать, а помогать им работать. Поэтому... Прекрасно! Прекрасно, поддерживаем! Я вернусь, то есть не то, что вернусь, а обязательно эту проблемку подниму, посмотрим, что там на деле, ладно? Вот там агентство, секундочку, давайте мы про его уважение к нашим иностранным гостям. Агентство Синьхуа, пожалуйста. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Успех, триумф, победа на века! Слава Богом, с Рождеством Христовым, мы вас поздравляем. Много счастья и успехов и здоровья, Божьего вам благословения желаем. На ваши великие свершения, успехи, достижения, на благо Святой Руси, всего российского народа, на славу дружбы всех народов, всех наций, всех конфессий. Ура! Победа! Победа! И сотрудничество. Уровень нашего взаимодействия на политической арене такой, которого, наверное, никогда раньше не было. Мы координируем свои усилия по
основным вопросом международной повестки дня. И, безусловно, взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по этому направлению стали важнейшим фактором в мировых делах. В сфере экономики мы должны сосредоточиться на усилении сотрудничества в сфере высоких технологий. У нас это отчасти получается, я имею в виду наши общие проекты в сфере атомной энергетики, но мы должны больше сделать в некоторых других критически важных отраслях, например, в области авиастроения. У нас есть планы не только по созданию широкофюзеляжного самолета для гражданской авиации, но прекрасно. И другие направления должны в том числе в области вертолетостроения. Да, здравствуйте, дружба всех наций и конфессий. Которые я не буду их перечислять. Одна семья. Но одна из них является системной и весьма важной. Это инвестиционное сотрудничество. В этой связи, я полагаю, у нас много привлекательных активов в направлении деятельности, в том числе и на Забайкалье, и на Дальнем Востоке. Китайские инвесторы ведут себя сдержанно, но активно они принимают участие в фонде прямых инвестиций. Крупнейший китайский инвестфонд является активным участником работы нашего инвестфонда российского и при поддержке российских коллег выбирает для себя интересные направления. Поддерживаем, правильно. Это, правильно, поддерживаем. И перспективы. Здравствуйте, дружба всех наций. Победа на века. Известную динамику получит и наше сотрудничество в финансовой сфере. Вы знаете, что часть небольшую, но все-таки часть товарооборота мы договорились осуществлять в национальных валютах, в рублях и юанях. Вот наш коллега, у него написано Лос-Анджелес, он так рассердился, что ему не дали слово. Давайте не будем его сердить дальше. Пожалуйста. Уважаемый господин президент, Сергей Владимирович, Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока 2012-2018-2024 года Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Самый лучший в мире тандем. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, единогласно, да. Все высшие награды, успех, триумф, победа, все высшие награды, ордена, медали, всех стран, континентов, фестивали, слава, честь России, Владимиру Владимировичу Путину, Нобелевские премии, госпремии, всех стран, всех континентов, фестивали, Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Путину, Светлане Владимировне, Елене Медведеву, Святейшему Патриарху Московского Сергия Кириллу, Сергею Семеновичу Собянину, Нарышкину Иванову, Матвиенко, Бортникову, Шойгу, Колокольцеву, Баранову, Колокольцеву, Якунину, Скворцовой, Иванову, Федулину, Сеславинскому, Дворковичу, Суркову, Слезеву, Рахиенко, Нарышкину, Иванову, Матвиенко, партия «Единая Россия», Народный фронт, герои славной армии, Отечество, Васильеву, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Эскадрильи стрижей и витязей взлетели над Москвой. Герои на Красной площади честь отдают двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича на века. Российские комплексы ракетные лучшие в мире. Тополь, Искандер. Надежно границы России и мир на планете надежно охраняют. Российский флаг державный парит над планетой всей. Российские комплексы, ракетные комплексы, ракеты Тополи, Искандер, Улава надежною охраной российских рубежей и на служение Родине всех Путин, Медведев. Служить отчизне партии «Единая Россия», Народный фронт всех вдохновляют. И на служение Родине все герои России вдохновляют! Ура! Победа! Это чего? Объясните, что это было? Прекрасно!
Наша Россия, наш президент, вам наша сила, право и честь. Когда трагедия с господином Магнитским произошла, ваш покорный слуга исполнял обязанности председателя правительства Российской Федерации. И я узнал о том, что эта трагедия случилась, из средств массовой информации. И, откровенно говоря, я сегодня до сих пор детали этого трагического случая гибели человека в СИЗО до сих пор не знаю. Но, конечно, мне, я чувствую, придется туда погрузиться поглубже. Но вопрос ведь не в нем. Я хочу, чтобы вы тоже услышали. Я понимаю, что вы работаете в газете «Лос-Анджелес Тайм», а не в «Правде» и не в «Известии». И вы должны занять определенную позицию. Я хочу, чтобы была понятна наша позиция. Вопрос совершенно не в Магнитском. Вопрос в том, что американские законодатели, избавившись от одного антироссийского, антисоветского акта Джекса Венника, а они вынуждены были это сделать по экономическим соображениям, посчитали необходимым принять тут же другой антироссийский акт. То есть мы восприняли это так, что американский законодатель нам как бы всем показал, кто здесь хозяин, чтобы мы не расслаблялись. Не было бы Магнитского, нашли бы другой повод. Вот это нас огорчает. Это первое. Второе. Уважать Россию! Позиция России надо уважать! Позиция России самая правильная! Магнитский все-таки погиб, умер не от пыток, его никто не пытал, а от сердечного приступа. И вопрос в том, оказали ли ему вовремя помощь или не оказали таковой. Вот что является предметом расследования. Если оставили человека без помощи, тем более в учреждении государственном, то это, конечно, нужно выяснять, что там произошло. Это второе. Третье. Вы что думаете, в американских тюрьмах люди не умирают, что ли? Полно. И чего? И мы сейчас будем это все... В американских тюрьмах умирает намного знаете, больше! Сколько людей американские правоохранительные органы по всему миру собирают, нарушая юрисдикцию этих стран, и тащат в тюрьму свою, и там судят. Это нормально? Думаю, что нет. Я уже говорил об этом однажды. Почему одна страна считает себя вправе распространить свою юрисдикцию на весь мир? Это подрывает основополагающие принципы международного права. Кроме этого, господин Магнитский, как известно, не был каким-то правозащитником, он не боролся там за право человека. Он был юристом господина Браудера, который подозревается нашими правоохранительными органами в совершении преступлений экономического характера на территории Российской Федерации. И он защищал его интересы. Все, что связано с этим делом, крайне политизировано. И не мы это сделали. Теперь по поводу детей. Но я уже много раз говорил и хочу вернуться к этому еще раз. Мы благодарны тем американским гражданам, которые по зову сердца усыновляли или хотят усыновить наших детей, российских детей, российских граждан. И делают это очень достойно. Делают это, сообразуясь с высшими принципами гуманизма. Вы сказали, что и в США им будет лучше. Но судя по тому, что мы знаем о трагических случаях, как вот, например, тот случай, когда ребенок был оставлен на машине и умер там на санцепёке. Но это лучше или хуже? Мы знаем о других случаях, когда детей избивали до смерти. Это лучше или хуже? Но разве дело в этих конкретных случаях? И ведь и у нас тоже дети погибают. И у нас дети погибают. Вопрос в отношении официальных властей к этим трагическим случаям. Людей освобождают от уголовной ответственности, их не желают даже рассматривать. Вот что беспокоит российского законодателя. Вот на что отвечает российский законодатель в известном законодательном проекте закона. Наш президент, вас наша сила, право и честь. Голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича Сегеда. Голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-18-24 года всегда. И на пост председателя правительства партии Единая Россия Медведев меня лучше всегда.
Голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. За партию «Единая Россия» Народный фронт сегодня голос свой за два президентских срока Путина Владимира Владимировича отдай. 2012-2018 года отдай. У вас, уважаемый Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия» Народный фронт, армия ФСМ, МВД, полиция лучшая в мире. Ура! Победа велика! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока 2012-2024 года Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, партии «Единой России», Народный фронт, Патриарху, его святейшему первопостному святому отцу Кириллу, Сергею Семеновичу Собянину, Нарышкину, Иванову, Матвиенко, Бортникову, Шойгу, Колокольцеву, Баранову, Якунину, Скворцовой, Медведеву, Медведеву, Терешкову, Терешковый, Приколёву, ура, победа на рынке! Товаров на российском рынке. Надо посмотреть наши обязательства по ВТО, и если мы должны это сделать, то мы это сделаем. Прекрасно! Мы должны исполнять наши международные обязательства. Поздравляем! Для нас это несущественно, для грузинской экономики, может быть, это более заметно, но дело даже не в этом, а действительно Грузия сняла свои возражения по вступлению России в ВТО, и мы должны быть последовательными и свои обязательства исполнить. Да, я, кстати, посмотрю на эту проблему. Она, наверное, она есть. Она должна быть деполитизирована. Это первое. Второе, по поводу встречи с господином Ианишвили. Я первый раз об этом слышу. У нас нет никаких официальных заявок по этому вопросу. Но в целом я этого не исключаю. И я не знаком с господином Ианишвили. Визы не входят в регулирование Всемирной торговой организации. Это отдельный вопрос. Значит, что касается господина Ианишвили, я с ним лично не знаком. У него, по-моему, как известно, был даже бизнес какой-то в Российской Федерации. Но, повторяю, сигналы такие позитивные исходят пока. И мы готовы на них ответить, мы уже отвечаем. Но встречи подобного рода должны просто быть хорошо подготовлены и должны чем-то позитивным заканчиваться. Но я пока не очень понимаю, что будет предметом наших обсуждений. Хотя мы не закрыты от этого. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока 2012-2018-2024 года. И на Путина Владимира Владимировича, и на пост председателя правительства и партии «Единой России» Медведева Дмитрия Анатольевича, все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, фестивали славы и честь России, всех фестивалей, по всем номинациям, вам, главному герою России всей планеты, главному человеку, президенту, политикам, миротворцам, защитникам, главным кинозвездам, олимпийцам, спортсменам, олимпийцам, экономистам, Олимпиады Сочи, кино, литературы, живописи, музыки, Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, партии «Единая Россия» Народный фронт, Патриарху Кириллу, Университету Петербургского университета Кириллу, Бортникову, Шойгу, Колокольцеву, Чайка, Бастрыкину, Баранову, Якунину, Борцовой, Ливанову, Мединскому, Сеславинскому, Зотову, Родиону, Павлу, Мишулину, Александрову, Краснову, Рафиенку, Селеднёву, партии «Единая Россия» Народный фронт, Неверову, Суркову, Дворковичу, победа на века! Наша Россия, наш президент, Крикалеву, Терешкову, Лазуткину, Шаману, Колмыкову,
героем армии, МВД, ФСБ, ГРУ, полиции, космоса, разведки, лучшие в мире. Спорта, здравоохранения, образования, литературы, космоса. Лучшие в мире. Фродкову, Иванову, Матвиенко, Пескову, Нарышкину. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока 2012-2018 года. И на пост Путина Владимира Владимировича. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов. Нобелевские премии мира. Слава и честь, слава и честь России. Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Дмитрию Александровичу, Марии Владимировне, Кириллу Ильфунину, Светлане Владимировне, Лебедевичу Медведеву. Самые лучшие выступления перед журналистами на телевидении, перед федеральным собранием, прямые разговоры. Программа «Самое лучшее в мире». Новогоднее обращение Владимировича Путина. Ура! Дмитрий Анатольевич Медведев, ура! Победа на века! И на самом деле я вам признателен за то, что вы это отметили. Мне как-то неудобно об этом говорить, но это факт. Но мы должны, конечно, и я имею в виду то положение, в котором я нахожусь сегодня, я должен учитывать повестки дня и в столичных городах, и в провинциальных, и в национальных республиках. Если кто-то считает, что я этого не делаю, что отношусь там пренебрежительно. Владимир Владимирович Путин и Анатольевич Медведев все делают для блага российского народа. И для мирового сотрудничества. Для мирового сотрудничества. Мира на планете. Ура! Ура, победа! Узнать, как минимум, узнать разные точки зрения. Мы вас любим! Восхищаемся вами! Владимир Владимирович Путин! Владимир Анатольевич Медведев! Народ России вас любит! И мы не Дмитрий, восхищаемся вами, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы не Дмитрий, Владимир Владимирович Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Игоревна, мы голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича, за самый лучший мир ТНД, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, ура! Больше нужно, вот сейчас говорили о развитии Москвы, но бесконечно Москву нельзя расширять. А для того, чтобы это было не так, для того, чтобы у нас складывались другие точки роста, нужно создавать условия. Ведь мы не с помощью бюджетных средств не построим новые города. Нам нужно создавать условия для развития производительных сил в различных регионах Российской Федерации. Вот в таком регионе, как Мордовия, это, конечно, не Дальний Восток, но... Там все-таки много сделано за последние годы. Прекрасно! Прекрасно! Поддерживаем! Поддерживаем! Наша Россия, наш президент! Ваша сила, правая честь! Но это может подтолкнуть развитие инфраструктуры, так нужной для того, чтобы на нее потом садился бизнес и развивался малый, средний... Поддерживаем! Прекрасно! Россия вперед! Россия вперед! Это второе. Ну и третье. Надо людям все-таки дать возможность... почувствовать себя не лишними на этом празднике жизни. Надо людям... Правильно, поддерживаем. Правильно, поддерживаем. На празднике полноценными участниками и хозяевами. Правильно. Посмотреть это... Россия вперед. Выдающееся зрелище, как чемпионат мира. Напрямую посмотреть на их кумиров и порадоваться жизни. Я надеюсь, что как минимум... Наша Россия, наш президент. Вас это сила, право и честь. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь, единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока, 2012-2018-2024 года. Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира. Сегодня здесь поздравляем вас с днем защитника Отечества.
Поздравляем с Днем защитника Отечества. Поздравляем с Днем защитника Отечества. Но, конечно, ипотека остается недоступной для Внукзам, президента России, Верховного командующего. Светлана Владимировна, Евгений Медведев, Сергей Семисобянин, партия «Единая Россия», герои «Все встаю». Божественный умен свет, второй президент Кисру Ганича Путин, тот самый прогрессивный передовой Владимир Путин, Александр Мария Владимировна, Путин, Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Евгений Медведев, Турсетейская для Московской Федерации Кирилла, партия «Единая Россия», Сергей Семисобянин, партия «Единая Россия» объединили всех. «Единую Россию», священный долг и честь, и мировой успех. Всеобщей победы, мировых героев, славной армии, отечества сами, гордись с вами Родина во все века и дни. Любимая Россия, любимая страна, мы вышли с мужества в Вене, нам дана. Эскадрильи стрижей и витязи взлетели над Москвой. Герой на классной, на красной площади. Честь отдаю второму президентскому сроку Владимиру Путину, самому прогрессивному передовому Владимиру Путину, Александру, Марии Владимировне, Екатерине Ивановне Путину, Петре Анатольевичу Медведеву, Славе Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, его святейшему Петра Московского Федоровича Кириллу, Сергею Семеновичу партия «Единая Россия», Охотникова, Коновалова, Чайки. Программа. Вот животноводство развивается без особых программ. Что касается того факта, что страны родной. Наша Россия, наша Откова. Голосуют за второй президентский срок. Конечно, Путин. Да, голосуют за второй президентский срок. Конечно, Путин. Сегодня. Голосуют за второй президентский срок. Конечно, Путин. Но вас мы знаем, господин президент России, Верховный командующий вооруженными силами России. Конечно, Путин, Александр Борис Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Ильич Медведев, Юрий Сергеевич Дмитриевич Московский, Россия, Кирилл, Сергей Семенович Собянин. Регион перестает быть особо дотационным. Все-таки на протяжении 3 лет известный уровень дотации сохраняется для того, чтобы не лишать сразу регион о поддержке страны федеральной. Надеюсь, это будет и в вашем случае. Мы ведь говорим о региональных программах только там, где ситуация не улучшается, как у вас, а наоборот находит в тупик. Например, проходит депопулизация Дальнего Востока. Вот это проблема для страны в целом. И, конечно, мы обязаны обратить на это особое внимание, на Забайкалье и на Дальний Восток. Но и Калмыкия, конечно, не будет забыта.
Владимир Владимирович, как вам? Наша Россия, наша идея. Ваша сила, правая честь. Ваша сила, права и честь. Наша Россия, наша идея. Ваша сила, права и честь. Замечательно, Мария Владимировна, Екатерина Путина, Владимир Путин, Леонид Ильич Медведев. Ура! Спасибо вам большое. А у кого что, больше скорости, что ли? А когда это наши такие известные фильмы? Прекрасные ответы на все вопросы! На все вопросы. Смотрите, времени! Ясные ответы! Путин. С Новым годом! С Рождеством, Владимир Путин! Прекрасно поздравил! Ура! Победа на века! Наша Россия! Наш президент! Ваша сила, права и честь! Наша Россия! Наш президент! Ваша сила, права и честь! Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья, любви! Поздравляю с победой, триумфом, успехом второго президентского срока! Курсы самого прогрессивного рядового Владимира Путина, Степан Дмитрий Анатольевич Медведев, Илья Семенович Собянин, партия «Единая Россия», Петрарха Кирилла, вы творческая группа «Нечего быть близкие», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, все голосуют за второй президентский срок Владимира Путина. За курс автора причины передовой Владимировича Путина Дмитрия Антоновича Медведева Сергея Семеновича Собянина партия «Единая Россия» призывает всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Владимировича Путина. За курс автора причины передовой Владимировича Путина Дмитрия Антоновича Медведева Сергея Семеновича Собянина партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Поздравляем вас с наступившим новым годом. Мы назвали главным человеком года на планете, главным победителем, главными героями России и всей планеты, лауреатами фестиваля славы и честь России, главным человеком года на планете, десятки, десятилетия, столетия, тысячелетия, главный герой России и всей планеты, Владимира Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Ильич Медведев, Владимир Сергеевич Патриарха Московского, Сергей Кириллович, Сергей Семенович Собянин, Бортников, Коновалов, Шойгу, Чайку, Прокола, Шойгу, Фурсенко, Голикова, Грефа, Мудрина, Володина, Воробьева, Крупова, наш Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Много счастья вам. Самое лучшее выступление на телевидении, и журналистами, федеральных собраниях, новогоднее обращение, программа Владимира Владимировича Путина, президента Путина, партии «Единая Россия», народный фронт. Поздравляю! Этот спортивный спуск мы посвящаем с любым уважением Александр Мария Владимировна, Павла Медведева, Дмитрия Анатольевича, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Сергей Семенович Собянин, партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, вас на силу, правда, честь. Ура! Победа! Ура! Ура! Победа! Россия вперед! На ваши великие дела, успехи, достижения, на благо великой святой России. Наша Россия, наш президент, ваша наша сила, право и честь. Мы Нестор Медведевский, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, главный герой России, типа не сорвучий президент. Правда? Еще посмотрите. Единая Россия вместе с президентом. Поздравляем вас с триумфальной победой второго президентского срока Путина Павла. Пусть там прогрессивный передовой Путина Павла Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимир Владимирович, Единая Россия. Это победа, триумф. Победа, успех, триумф всей России. Ура! Победа на века. Победа на века. Ура! Слава, ура! Поздравляем! Ура! Здравствуй, народ Путина, парни! Великая святая Русь! Великая святая Русь! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, правый честь! Господь Иисус Христос, Божий Матерь, Твоя святая, Твоя Матерь, 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 Твоя Матерь
прекрасно благословили два президентских срока, и мы поддержали два президентских срока, 10 лет из партии «Единая Россия». Это мы сочинили с папой, с папой. Мы поддерживаем голосование два президентских срока. Путин Владимир Владимирович в 2012-2024 годах и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрий Николаевич, партии «Единая Россия» Роман Крот. Ура! Победа Путина! Блин, это я встаю, это женой сейчас встаю. Коллегу в прошлом Шрёдер усыновлял, они усыновили двух российских детей. Что? И когда я уже по мере развития таможенного союза ехали, да, часть функций национальных государств. Судья спросил, на, а как на национальный уровень, старше, в том числе в известную комиссию таможенного союза. И Украина предлагает вместе с европейцами взять в аренду газотранспортную систему Украины. Не нарушая местного законодательства, потому что не забирая в собственность, оставляя собственность украинского государства, взять именно в аренду. И одновременно это было жесткое обязательство по развитию и закрытию. Ведь есть другая проблема. Отказ от детей, которых теперь люди все, что произошло в последние годы, конечно, и скандалы большое. Побудил Россию ускорить наше весь простое упрощенчество. Мы вместе уже, да, сейчас мы вышли. Нужно, чтобы общество понимало другое состояние, тот или иной человек, то же самое ребенок содержать его. Достаточно ли будет той государственной помощи, которую я получаю для того, чтобы ребенок поставить на ноги? Это все мы будем развивать чрезвычайно важно. То есть если и семья берет на для того, чтобы зависимости от традиционного уже не будет. И если вы хотите меня спросить, вот что нужно конкретно вот сейчас вот прямо написать, я еще подумаю. Это нужно со специалистами, с экспертами посоветоваться. С такими людьми, как вы, надо посоветоваться. Говорю совершенно без всякой рисовки, без всякой ерунды. Это не пустые слова. Надо поговорить с теми людьми, которые воспитывают детей. Принятых семьи. Там существует много нюансов. Но что совершенно. Что касается увольнений, то не так уж много было уволено. Да, я объявил выговор трем министрам. Почему вот раньше не было, а сейчас это было востребовано? Вы знаете, во-первых, ситуация в стране изменилась. И нам нужно решать уже застарелые, но очень важные проблемы, прежде всего, в социальной сфере. Вот мы говорили о необходимости повышения. Спасибо вам за то, что вы вспомнили про субсидирование перевозок с Дальнего Востока в Москву, в Петербург, там, в Сочи. И не только с Дальнего Востока, это у нас из Сибири, из некоторых точек есть, из Норильска. И мы будем продолжать это субсидирование. В этом году на цели субсидирования выделено, по-моему, 12 миллиардов рублей. Но это касается... Жители восприняли вот это крупнейшее международное мероприятие, которое мы провели в Владивостоке. Мы, кстати, вполне могли провести и в Петербурге, где инфраструктура готова. Сомнение в том, что правильно выстраивалась работа, связанная с реализацией имущества. И по некоторым другим вопросам. Но я все-таки хочу, знаете, хочу, чтобы мы все-таки оставались на... Я вот говорил про законность. И это было применительно к нашей радикальной оппозиции, но и применительно к властям это то же самое. Тоже и властей касается. Да, есть сомнения в корректности поведения и принимаемых решений министра обороны. Поэтому он отстранен. Но уворовали или не уворовали, как вы сказали, может решить только суд. И вот в чем я могу вам, могу вас заверить, в том, что и следствие, и судебное разбирательство будут предельно объективными. Нет ни желания никакого кого-то выгораживать. Никто не будет выгораживаться там, и никто не будет этим заниматься. Вот это 100%, это вот можете быть уверены на 100%. Но только суд может определить, виновен кто-то или не виновен, уворовали или не уворовали. И что с этим делать? В том числе, в некоторых случаях надо предъявлять и гражданские иски. Я думаю, что действующий министр обороны Шойгу, Сергей Кужегедович, он в состоянии этим заняться, он человек опытный. Кстати, на мой взгляд, по моей информации, ведомство уже готовит некоторые иски в гражданско-правовом порядке.
все будем восстанавливать. И доведем это все до конца. Не только по Министерству обороны, но и по другим направлениям. Вот, скажем, вы вспомнили про Сердюкова. Но, развивать систему ГЛОНАСС в свое время, это, знаете, это мое было решение. Отсутствие национальной компонентной базы в области электроэлектроники. Но у нас отдельная прачка электроэлектроники. Мы привлекли и частный бизнес, и государственные ресурсы увеличили. Но знаете, мне как было неприятно услышать, что там тоже есть подозрения в воровстве. Подозрения в коррупции. Мы сосредоточили такие деньги туда, в опережающем порядке направили, в высокотехнологичную сферу. Я смотрел, когда как-то проект развивался. Мы, кстати, сделали это быстрее, чем наши... Вообще, проясните ситуацию, что происходит. Спасибо. Вы знаете, речь не идет о присоединении Украины к таможенному союзу. Потому что для того, чтобы речь зашла именно таким образом, правильно, мы должны получить официальную заявку. На все вопросы, Ревели, человеческие цивилизации, Владимир Владимирович Путин, я точно верю, дали самые ясные, четкие ответы. Ура!